Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы сообщить, что появилась новая новостейка по Denuvo, а именно Boltman взломал Prey с новой версией, то есть с новым патчем 1.03, который вот вышел у нас, получается, 23 мая на Prey 2017 года. И вот Boltman сегодня, 29 мая, ломанул эту версию, и скоро уже, даже уже появились, в общем-то, репаки Prey 1.03. И уже все встроено, уже все есть. Такие вот дела. В общем-то, никуда не пропал Boltman. Остался, продолжает ломать. CPI тоже никуда не пропали, тоже продолжают ломать. Пускай даже уже что-то последних взлома, два последних CPI не выкладывали никаких подсказок, что немножко, конечно, снизило накал интереса. А так, в общем-то, норм. Движуха продолжается, все остались. Единственное, Boltman обещал то, что будут вот сейчас взломы на четвертой версии Denuvo игр, которые повыходили, потому что четвертая версия как-то вообще попроще со взломом. Так что продолжаем еще пока ждать. Но вот пока Prey. Все, продолжаю следить за информацией. А вы не забывайте смотреть на ссылочки в описании, в том числе будет ссылочка на статейку вот эту, в которой я собираю всю информацию по Denuvo, все взломы, подсказки, ответы разработчиков и так далее. Ссылочка будет в описании. Все, продолжаю следить за информацией по Denuvo. С вами был Алекс из сайта rmpc.by. Это был взлом Prey 1.03 Boltman сегодня, 29 мая. Все, спасибо за просмотр.